Всем привет! Приветствую вас на нашем канале. А у нас сегодня вот такая прекрасная погода солнечная. И мы решили собрать смородину. Она как раз сейчас поспела. И сейчас самое время собирать урожай. Конечно, после морозов весенних там не такой уж большой урожай. Но все равно ягода есть и она созрела. Поэтому мы сейчас идем ее собирать. Это идет наш самый главный собиральщик. Баночку взял, кепочку взял, да, Кируша? Идем собирать смородину? Ну, пойдем. А у нас начался сбор урожая. Сегодня мы собираем смородину черную. Все предели. Кирюша помогает. И Кирюша тоже. Я тоже буду помогать. И Яночка пришла, будет помогать, да, Яночка? Сейчас мы смородину соберем. Сейчас всю будем собирать, котик. Начать мы решили собирать черной смородины. Вот она какая уже красивая, спелая. Мы всегда собираем ягоду, используя вот такое приспособление. То есть берем какую-то небольшую емкость, привязываем ее на шнурок, на какую-то веревку. И можно очень легко и удобно собирать ягоду, так как у тебя руки свободны. Так что берите на заметку. И баба Люда у нас собирает смородину. Много уже насобирала? Да вот еще только. Я только начала. Только... Ох, ничего себе, только начала. Ничего. Ян, посмотри, сколько только начала баба Люда, сколько насобирала. Здорово, малыш. Клади теперь себе в баночку. Клади в баночку. Молодец. Скоро уже нужно будет и красную смородину собирать. Вот она уже поспела, какая красивая. А здесь растет у нас еще белая смородина. Вот такая она. Она слаще. Пап, какая вкуснее смородина? Черная, красная или белая? Они все вкусные, но вот они, белая и красная – это одного класса ягода. Вот белая слаще, чем красная. Ну ладно, попробуем. А тем временем мы собрали всю черную смородину. Вот такой урожай у нас получился. Собрали мы его очень быстро, так как ягоды в этом году было не так уж и много. А вот и наш урожай. Из части смородины мы хотим сделать варенье, а другую часть мы заморозим. Как мы ее будем замораживать, мы тоже покажем. А сейчас мы будем делать варенье. Для этого мы пропустим эту смородину через мясорубку. Измельченную смородину мы отправляем сразу в кастрюлю, в которой и будем делать варенье. А сейчас будет рецепт варенья из смородины от нашей мамы. Сейчас мама будет отмерять сахар, чтобы засыпать смородину. У нас получается здесь 3 килограмма смородины. Добавляем сахар мы из расчета на 1 килограмм ягод, 1,5 килограмма сахара. И получается нам нужно добавить сюда 4,5 килограмма сахара. Но секрет приготовления маминого варенья из смородины состоит в том, что варит она его 2 дня. В первый день она добавляет к смородине только половину от нормы сахара. То есть в нашем случае это 2 килограмма 250 граммов. И все хорошо перемешиваем. Ставим на газ и доводим до кипения нашу смородину. Ждем, пока растворится весь сахар. И после закипания выключаем. Теперь отставляем кастрюлю с вареньем, так как доваривать мы ее будем на следующий день. А на второй день ставим смородину на плиту и доводим ее до кипения. Варим 2-5 минут и потом высыпаем оставшуюся часть сахара. Выключаем смородину и размешиваем хорошо сахар до полного его растворения. И потом разливаем по стерилизованным баночкам. Варенье по такому рецепту получается густое и... Сироп не отделяется от ягод, оно такое более однородное. Мы всегда варим по этому рецепту варенье, и нам оно очень нравится.
Обязательно попробуйте, сварите и порадуйте своих близких. А теперь, как обещала, вторая часть переработки смородины. Сейчас мы ее будем замораживать. Около килограмма здесь. Мы поставили на весы чашу, и получилось у нас здесь килограмм смородины. Теперь нам нужно пропустить эту смородину через мясорубку. Вот мы перемололи нашу смородину. Тут у нас получается килограмм смородины. И теперь добавляем сюда сахар. Мы также добавляем сахар из расчета на 1 килограмм смородины 1,5 килограмма сахара. Сейчас добавим сахар. Все хорошо перемешаем. И отставим на какое-то время, пока не растворится сахар. Как только сахар растворится, мы это все разольем по баночкам и положим в морозилку. Вот такая красивая смородина у нас получилась. В принципе, уже сейчас можно ее разложить по баночкам, по каким-то формам и уже отправлять в морозилку. Но мы хотим, чтобы весь сахар растворился, чтобы у нас получилась такая не совсем однородная, но хотя бы без кристаллов сахара масса. Поэтому мы не будем сразу ее сейчас разливать по формам, а оставим здесь. И в течение нескольких часов мы будем подходить и перемешивать эту массу и ждать, пока растворится весь сахар. И как только он растворится, мы разольем по формам и отправим все это в морозилку. Ну вот и пришло время разливать теперь по баночкам нашу смородину для заморозки. Мы взяли вот такие контейнеры. И будем сейчас в них наливать это варенье. Но это варенье, которое мы не варили, а это сырая смородина. И будем ее замораживать в морозилке. Вот такая красота у нас получилась. Ну а с вами мы на сегодня прощаемся. Спасибо, что провели этот день с нами. Теперь увидимся в новом видео. Не забывайте писать нам комментарии, ставьте лайки и, конечно, подписывайтесь на наш канал.